Друзья, рада приветствовать вас на своем канале «Как вязать». Вот такие милые сердечки у нас сегодня в эфире. Посмотрите, с обеих сторон очень красиво выглядят. Можно брать хоть изнаночную, хоть лицевую сторону за вашу лицевую и применять в вязании своих изделий. Получается очень мило и красиво. Можно связать как интерьерные вещи, например, пледик, подушечку. Также можно это и свитерок связать, кардиганчик. Будет очень красиво. В носочках можно применить этот рисунок, так как раппорт очень из малого количества петель состоит. Вот. То есть применять можно где вы хотите такой узор. Сейчас покажу, как вязать. На образце я свяжу одно сердечко. Нужно набрать количество петель, кратное 14 плюс 2 кромочные. Я наберу 16 петель, чтобы показать вам, как вязать один раппорт, одно сердце. Вот я набрала уже 16 петель. И сейчас начнем с вами вязать. Кромочную я снимаю и провязываю первый ряд изнаночными петлями весь первый ряд. То есть первый ряд у меня все изнаночные петельки. Это может быть, как я вам уже сказала, как лицевой стороной, так и изнаночной. Вы уже посмотрите, как вам больше нравится, под какое изделие вы планируете, как должны выглядеть сердечки. Вы уже выберете свою сторону сердечка, какая у вас лицевая сторона будет, какая изнаночная. Довязала первый ряд, кромочную закрыла изнаночной и начинаем второй ряд вязать. Второй ряд кромочную снимаю и далее вяжу все лицевые петли во втором ряду. До конца ряда все лицевые петельки. Смотрите, схемку я обязательно вам покажу в конце видео. Схема четкая, ясная, вы все поймете. А сейчас просто с вами провяжу одно сердечко. Великолепно смотрится в любых оттенках. Далее вяжем с вами третий ряд. Третий ряд мы уже начинаем формировать наше сердце. Кромочную сняли. И дальше мы с вами вяжем 6 лицевых. Изнаночных. 6 изнаночных и 1 лицевая. И далее до конца ряда я буду вязать изнаночными петлями. Это 7 изнаночных и 1 кромочная. Дальше вяжем четвертый ряд. Четвертый ряд кромочную сняли. 6 лицевых петель. Провязываем 6 лицевых петель. И дальше 3 изнаночные. 1, 2 и 3. И дальше до конца ряда уже у нас лицевые петли. 5 петель у нас осталось лицевых. До конца ряда довязали, кромочную изнаночной провязали. И начинаем вязать с вами 5 ряд. 5 ряд. Кромочную сняли и 4 изнаночные петли нам нужно провязать. А теперь вяжем лицевые, 5 лицевых. 3, 4, 5. И далее до конца ряда мы вяжем изнаночными петлями, включая нашу кромочную. 5 изнаночных и 1 кромочная. Тоже изнаночной провязываю и перехожу к вязанию 6 ряда.
Вот у нас, видите, уже начинает формироваться треугольничек нашего сердечка. В шестом ряду кромочную снимаем. Вяжем 4 лицевые петельки. И дальше вяжем изнаночные. Уже у нас 7 изнаночных петель. Сердце наше увеличивается, да? И дальше 3 лицевые и кромочную закрываем изнаночной. И седьмой ряд следующий. В седьмом ряду мы вяжем 1 кромочную, мы снимаем первую, вяжем 3 изнаночные петли и 7 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5 лицевая, 6 и 7. И дальше до конца ряда мы провязываем 4 изнаночные петли и кромочную тоже мы провяжем изнаночной. 8 ряд. В восьмом ряду мы вяжем сейчас с вами кромочную, снимаем 3 лицевые петли. 1, 2 и 3. И дальше 9 изнаночных петель. 1, 2 изнаночная, 3 и так далее. 9 изнаночных петель. Далее 2 лицевые и кромочную закрываем изнаночной петлей. Дальше 9 ряд нашего сердца. Кромочную снимаем, 2 изнаночные провяжем. И 9 лицевых петель. Девять петелек лицевыми вы провязываете. Дальше 3 изнаночные петли. И кромочную закроем изнаночной. 10 ряд. В 10 ряду мы с вами снимаем, вот какое сердечко у нас. Снимаем кромочную петлю. 3 лицевые провязываем. Здесь внимание немножко по-другому. 3 лицевые, 4 изнаночные, 4 изнаночных мы провязываем 1 лицевую, 4 изнаночные. Две лицевые и кромочную закрыли изнаночной. 11 ряд. 11 ряд. Кромочную сняли. Провяжем сейчас 3 изнаночные петельки. Далее 2 лицевые. 3 изнаночные, это серединка, да, нашего сердца, верхушечка. Снова 2 лицевые. И до конца ряда 4 лицевые. О, 4 изнаночные, извините. 4 изнаночные и кромочную изнаночной. Вот, смотрите, у нас уже на 11 рядах сформировалось наше сердце. Все, мы его закончили.
Далее мы продолжаем вязать с вами в 12, 13, 14 ряду просто фон, вот окантовка, да, нашего сердца. Посмотрите, он великолепно смотрится и с этой стороны, и с обратной стороны. То есть выбираете, как вам нравится больше. Сейчас я провяжу уже 12 ряд все лицевые петли, потому что мы закончили с вами вязать сердце и вяжем сейчас уже просто фон. В 12 ряду я вяжу все лицевые петли. Это сердце, это я сейчас вяжу в технике теневые узоры. Не техника, да, а узоры, они относятся к названию теневые. Потому что вы не применяете здесь другого цвета нить, а просто играете лицевыми и изнаночными петлями и создаете узор именно за счет лицевых чередований и изнаночных петель. Провязала 12 ряд, и сейчас 13 ряд я вяжу изнаночными петлями весь ряд. До конца ряда 13 ряд вяжу изнаночными петлями. Кромочную также я закрываю изнаночной. И сейчас буду вязать 14 ряд. Также это фон. То есть на 14 ряду я заканчиваю вязание, включая фон. Вы уже можете посмотреть, как часто вы хотите расположить на своем изделии сердца. В моем случае раппорт составляет 14 петель плюс 2 кромочные. И в высоту это 14 рядов. То есть в 15-м вы уже можете начинать формировать следующее сердце. Все, готово. Посмотрите, это милое сердце уже готово. Великолепно смотрится, как вот в этом оттенке розовый или пыльная роза, да? Базовый оттенок уже он стал. Вот такой красивый, красивое, милое сердце. Очень органично будет смотреться на любом изделии. Вот посмотрите, какая красота и с этой стороны, как на лицевой глади изнаночными вывязано, и с обратной стороны. Просто как принт, выглядит как какой-то принт. Вот посмотрите, схему показываю, как и обещала. Все четко и понятно. Еще раз хочу вам показать, ну просто великолепно на фоне, где много сердец. Очень красиво смотрится. С обратной стороны посмотрите, как великолепно. Просто милые сердечки. Друзья, если понравилось вам это видео, узор, ставьте лайк. Нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на мой канал. Буду радовать вас новыми узорами. До новых встреч, друзья! Пока!